Пассажиры станции «Римская» сегодня стали свидетелями чудесного спасения. Молодой человек потерял сознание и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Один из очевидцев спрыгнул за ним на пути. О том, чем все закончилось и кем оказался герой. Дарья Окунева. Пятница 13-е для Гасана Алиева началась с несчастного случая. Стою на платформе, жду поезд. И в одно время как бы вот, чувствую себя плохо. Ватные ноги стали, как бы вот, тяжело стало стоять. И чувствую то, что меня вот тянет вниз. Гасан упал в обморок и рухнул с платформы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. Несмотря на раннее утро, самое начало 7-го, на станции «Римская» много пассажиров. Но спрыгнуть на рельсы, чтобы помочь, решился только один. Смотрю, все стоят. Я сразу же посмотрел, прыгнул на рельсы сразу туда, к нему, ну, чтобы его поднять. Потому что он бы сам не выбрался, он без сознания лежал. Проснулся от того, что меня поднимает мужчина. Встал еле как, уже вижу, навстречу уже поезд едет. Сергей – боец Росгвардии, как раз спешил на службу. Хорошая физическая подготовка позволила ему поднять Гасана на руки и вытолкать на платформу. Потом кто-то из пассажиров протянул руку самому Сергею, он подтянулся. Через мгновение на станцию прибыл поезд. Больше всего, наверное, переживал, что поезд поедет. Ну, чтобы успеть его достать. Страха не было, так, на адреналине все. Сергей вызвал Гасану скорую помощь. Врачи осмотрели молодого человека. Он отделался синяками и ссадинами. Решив, что он везунчик, Гасан остаток дня потратил на поиск того, кто спас ему жизнь. И снова повезло. Достал его номер телефона. Спасибо вам большое. Я не знаю, у меня просто слова нет. Я не знаю даже вам, что сказать. Да не за что. Скорейшего вам выздоровления и берегите себя. Сергей и Гасан договорились о встрече. Случай в метро обещает стать началом настоящей мужской дружбы. Дарья Окунева, Ксения Соколова, Павел Глазунов. Вести.